спортом, особенно легкой атлетикой, занимаюсь давно уже. Ну, занимаюсь для себя, не для... Я не профессионал-спортсмен, я просто любитель. Люблю бегать, вообще бегать люблю, да? И поэтому, как говорят, легкая атлетика – это королева спорта. Поэтому я люблю бегать. В этом году, 2 января, я начал заниматься. Ну, занимался тогда без тренера, прочитал очень много книг, видео смотрел. А потом, когда остался 2 месяца до марафона остался, и я нашел тренера Вавильченко Василия. Он профессионал, мастер спорта СССР. И вот он потом мне подсказал, как это. Оказывается, я просто бегал, как попало. Правила не знал, а когда уже он немножко подсказал, как это надо, кажется, и потом я с ним занимался 2 месяца. И я думаю, это посвятил как бы дальше, чтобы, смотря на меня, еще сотрудники милиции, хотя у них времени нет вообще, с утра до вечера постоянно на работе находится, постоянно непредвиденная работа. Пусть они посмотрят, и, как говорится, спорт – это движение, спорт – это жизнь. А спортом занимаешься, человек не болеет, постоянно на чеку, живот не растет, фигура нормальная будет, постоянно в движение ходишь. Поэтому я вот хочу призвать нашу молодежь, особенно сотрудников милиции, чтобы они занимались любым видом спорта, особенно легкой атлетикой. Это заниматься можно, кажется. Я это вот своим 11 мая доказал, что можно. Только 2 километра на Багандаку. Как достигает молодежь наша, вот это Аделет, Дарья Маслова, это я этого, конечно, не смогу делать, но для себя я всегда буду форму держать и буду участвовать на марафон, обязательно буду участвовать. Если поставить цель и упорно заниматься, трудиться, обязательно добьется это. Потому что возраст это не влияет.